Всем привет, меня зовут Сергей Цибульский, и сегодня я хочу вас вдохновить своими историями, которые я запомнил во снах. Приятного прослушивания. Я извиняюсь, я буду их читать с тетрадки. Начнем. Наши сны, не будь мудрее, закрывай глаза скорее. В мире том живет она, охраняет там тебя. Под водой в прозрачном замке живет девочка-русалка. Голос волн и ветра свист, и на шее есть аметист. Из холодных льдов кристаллов хвость русалки охраняют. Волосы морской волны. В зеркала ты посмотри. Ну вот, закончилась первая история. Вот закончилась моя первая история, но вторая с первой очень хорошо переплетаются. Вот, вторая история. Она, конечно, тоже такая же маленькая, но тоже интересная. Слушай. В забытых тобой мечтах ты ищешь тех, кто умеет летать в иллюзии забытых снов, и кровью умоются все, кто верил прекрасной луне, отражая чужие судьбы в зеркальной луже забытых дверей. Найди тот замок, а ключ над водой сияет магическим светом. Изумрудно-подводные земли, сияющий замок там под водой. Русалка о горе поет и ищет любовь в запертых снов, в изумрудно-холодных льдов. Ну вот, получились такие истории, которые переплетаются в одну, и получается как бы одна история, которую я запомнил во снах. Если вам нравятся мои истории, ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал. Мне будет очень приятно с вами пообщаться в комментариях. И не забывайте, там нанизу есть... Нажимайте на колокольчик, и вы будете знать, когда выйдет мое видео. Спасибо, что вы посмотрели мой канал, мое видео. До новых встреч. Желаю вам любви и удачи. Пока.